Всем привет, на связи Габалай. Мяу. Мяу. Мы кошки. Что мы сегодня делаем, Арина? Мы сегодня смотрим реакцию на TXT. Не клип тут, это вышла песня, как она там называется? Sugar Rush Ride. Да, Sugar Rush Ride. Вот на это. И мы смотрим на телефоне, а на телевизоре. Мы сегодня лакшери, чтобы вы понимали. Спасибо. А еще мы кошки. Ну, да, я никто не заметил. Не знали. С Богом! Я думаю, это музыка уже началась. Мы замяукали. Ай, 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 ай,
Так вот это, так это. Чё, да. Девушки, как дела? Что вы делаете завтра? Плохо. А жить-то и не хочется. Кристина сказала, тут рядом мусорница. Фу, нет, 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 вам дома не надо. Не знаю, это возвращает меня к жизни вообще. Не знаю, я умираю. То, что не может делать нас. Ключицы какие? Да, тоже не движение пальчика, типа. Я считаю амбассадоры этого движения. Давай сейчас посмотрим. Это типа волоски на коже? Да. Не типа это они. У нас точно так же. Я сгорела. У меня уже это слово. Мальчики, хочешь они еще там за слово сделали этот момент. И все такие блестка, такие склады. I can't. Это this life. Они там раздевались все. Да? Ну жарко, смотри, на каком они острове. Мне тоже. Они еще и бегали. Еще и спотели. Блесточки. А прошу обратить внимание. Самый сияющий товар наш, да? Вот так вот просто. Тебе спасибо. Сила тайги. Сила тайги. Сила гор. Сила красоты. Сила реки. Святая вода. В Абхазию капает жизнь. Вперед. Вылетаем. Можно, в принципе, на тачке. У кого есть тачка? Жаль, тут нет. Тебе батарейки сегодня. Точно нужно. Батарейки не хватает. Опять лапы Кристину? Он наполовину раздетый. Что это такое? Ну, жарко, мать. А учитывая наши короткие руки... Они не все не очень одеты. Ну, далеко не дотянешься. Они не одеты. Да, спасибо. Ну, спасибо. Ты хотя бы на одну пуговицу. Блин, они чмо, они немного. Посмотри, какой грязь. Чмо. Они-то амазонки. Погодите, они сидят. Ну да. Да. Блин, ну, блин. В смысле, как они сидят? Мы а будем типа такую ноги. Гусеницу выстраивать. Нам надо посмотреть. Наш рост такой. Ноги, они это просто дакс. Ну я спасибо. Мяу. Не возмущайся, если мы будем трогать лишнее. Я просто боль моего мальчика. Что это за... Ну, они вообще с ума сошли? Тише, малыш. Не надо слова. Не надо паники. Это мой последний день. На тебе всё. Только он весь в гликах. Вы видите этот бицепс? Трицепсы, мицепсы. Это что на руке? Это за сестренки. Что это такое? Это он просто глиттер мажет. А, начинается. Вопрос! Крестьянского характера. Да. Они выглядят как чмони. Так. Нам и старовать надо. Стоп! Спокойно. Вопрос в другом. Они выглядят как чмони, но при этом глиттер у них есть. И они все такие ухоженные, такие... Они Эдварды просто калины. Это пума я на даче. Это кожа убийцы, точно. Отзывы. У меня гарем. Мне даже говорили. Я все устраиваю. Give me more. Okay, let's go. Let's go.
Я всегда была нелюбимым ребенком. Тяжело. Танец, пушка, вообще разрывушка. Клип, что еще? Разрыв очка. Вообще, закупаемся глиттерами. Я тоже куплю. Буду там сиять на заднем плане. Покупаем подушки с перьями. Круто. Вообще, мне, наверное, понравилось, наверное, а больше, чем Good Boy Gone Bad. Потому да. что да, и хоряга, ну и тут песня в таком типе нам. Не, ну там тоже классный концепт, но после хоряги у меня просто травма. Я бы сказала, там просто более насыщенная в плане сложности. Есть где прочувствовать хорягу. Ну и песня звучит, правда, я не думала, что такое будет что-то зимой. Вот что-то мне такое больше напоминает вайбы конца мая, июня, вот что-то такое. Ну, в общем, и целом-то, ну чё, красиво. Ну, не, мне понравилось. Ну, чему они немножко? Ну, бывает, это концепт такой. Все мы немножко... Только хотела сказать, что все мы немножко чему они. Я дикое не исключение, you know? Сабин, you know? Сабин. Сабин. Нам всем очень понравилось. More, give me more. Я предлагаю на этом закончить. Да. Всем спасибо. На связи были гомолы. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу.